семью потомственных художников Волошиных увлечение батиком привнесла мама Людмила Николаевна. С детских лет сестры Мария и Екатерина осваивали эту сложную технику холодного батика, который дает такие теплые тона и горячие цвета. Создается сказочный мир. Перед открытием выставки художницы поделились своими идеями для лучшего понимания их творчества. Хотелось этой выставкой показать, что природа, родная природа, очень многообразна, богата, и чтобы зрители увидели ее нашими глазами, в том числе и в технике батик, это переработанная природа, тут есть много интересных декоративных идей. Каждый в этой выставке может подчеркнуть для себя что-то новое, увидеть, открыть. Природа родного края, наверное, для всех художников всегда как путеводная звезда. В этих пейзажах угадываются мотивы детства, юности, то, что неразрывно связывает личную судьбу с малой родиной. Как эти цветы и предметы, эти поля и улицы. В этом художественном мире важна каждая деталь. Она не в прошлом, она живет сейчас. Мир художественных образов так же реален, как мир платоновских идей. И вечен поиск счастья в красоте. Для счастья многого не нужно. Вот главное быть самим собой внутри, как бы иногда останавливаться, оглядываться, смотреть, что вокруг тебя, какой прекрасный мир. Значит, вы знаете ответ на вопрос, что такое красота? Ну, в моем понимании, да, это природа. Вот проявление природы для меня самое вот вообще волшебное, что может быть. Это красота. Мы помним, красота спасет мир. И как может быть иначе, если она нас окружает повсюду? А творчество Марии и Екатерины Волошиных помогают нам ее увидеть. И даже то, чего мы раньше не замечали. Сергей Берзин, Денис Петров. Информационная программа «День».